Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота і ми починаємо. Здоров'я кожної людини залежить від нас самих, від нашого способу життя, від профілактики та інших причин, з якими ми живемо. Сьогодні будемо говорити про нирки, як зберегти їх надовше здоровими. І допоможе нам розібратися з цим питанням гость, яка прийшла до нашої студії. Ольга Галущак, завідувачка відділення діалізу, хронічного гемодіалізу і амбулаторного діалізу лікарні імені Мечникова. Дуже рада бачити вас у нашій студії. Дякую. Пані Олю. Дякую. І з приводу взагалі захворювань нирок, розкажіть, будь ласка, чи є статистика і що можна сказати на сьогоднішній день? Чи багато людей хворіють? Як вони хворіють в порівнянні з минулими роками? Що на сьогодні? Що касається статистики, то согласно статистики ВОЗ и мировой статистики, проблема заболеваемости почек – это хроническая болезнь почек. Поэтому 11 марта проходит Всемирный день, когда вспоминается о болезнях почек. В 2021 году Всемирной организации было принято решение, чтобы назвать этот день «Нормальная жизнь с хронической болезнью почек». Почему? Потому что в период, начиная с 2008 года, во всем мире фиксируется повышение количества пациентов с хроническими заболеваниями почек. В зависимости от стран, где проводились статистические данные, таких пациентов в год может быть прирост от 30 до 46%. Это очень много. А с чем связан такой прирост хворых? Если мы посмотрим статистику, мы увидим, что есть большой прирост уровня заболеваемости сахарным диабетом, артериальной гипертензией. Наша жизнь очень динамичной стала, очень стрессовой. В стрессовых условиях люди часто болеют. Плюс, к сожалению, есть такое понятие, как бесконтрольный прием лекарственных препаратов. Сейчас очень много рекламы, рекламирующей нестероидные противовоспалительные препараты, парацетамолы, ибупрофены. К сожалению, данная группа препаратов тоже оказывает негативное влияние на функцию и работу почек. Ну и тем більше, все ж можно побачити в интернете. Так, так, захворів, будь ласка, прочитав, подивився, и все, ты собі сам лікар. А ось тут виникають потім питання. Я считаю, что это неправильно. Все-таки мое мнение, что если есть проблемы, нужно обращаться к специалисту. Потому что, к сожалению, обыватель, который смотрит интернет, слушает рекламу, не имеет специфических медицинских знаний, в результате чего он может совершить ошибку, которая для него впоследствии может стать роковой и привести его в отделение диализа. Це справді, про це потрібно пам'ятати, і я думаю, що багато наших глядачів і сьогодні ще раз подумають, як лікуватися, чим саме, і взагалі, як ставитись до свого здоров'я. Пані Олю, з приводу ось нирок, з приводу таких серйозних захворювань, які турбують людину, можливо, з народження, так, а можливо, людина набула вже цієї проблеми протягом життя, то з чим саме пов'язані ось саме ці питання? Самый сложный вопрос нефрологической службы – это лечение больных уже в период хронической болезни почек, когда она приходит в терминальную стадию. Социально-экономическая проблема решения данного вопроса заключается в том, что многократно возрастают затраты на стоимость таких пациентов. Плюс качество жизни таких пациентов очень снижается, поэтому в этом году эта тема раскрыта в полной мере. Для того, чтобы осветить эту тему правильно, Всемирная организация ВОЗ было проведено клиническое исследование, где спрашивали как медицинский персонал, как они относятся к данной проблеме и патологии, так и самих пациентов. И те данные, которые получили, немного разнились, потому что пациентов прежде всего волнует качество их жизни и качество их участия в социальной жизни общества, чтобы они не были выброшены за берег той жизни, которая течет в определенной стране. Медицинский же персонал прежде всего волновало качество оказываемой медицинской помощи, в связи с чем эти знания были собраны и разрабатываются определенные стратегические теории и стратегические задачи по решению данного вопроса, которые будут заключаться в просвещении как пациентов, так и их родственников, потому что данная патология, она инвалидизирует. Но при правильном подборе терапии такие пациенты могут жить активной жизнью, они могут путешествовать, они могут работать. Для этого создаются новые программы решения данных вопросов. А ось які саме, що на сьогоднішній день? Якщо вже если так... мы берем наследственные заболевания, то это канальцевые проблемы есть, которые тянутся с детства, определенные генетические заболевания. И на первом месте, наверное, все-таки это поликистоз.
почек, который приводит уже пациентов в наше отделение. Якщо люди, наприклад, ось безконтрольно вживають препарати, чи, можливо, це з харчуванням пов'язано, чи з екологією, теж це... Я думаю, що це симбіоз всього. І безконтрольного прийому препаратів, і тої динамічної, активної житті, і, можливо, недопонимання процесів, відбуваючих з чоловіком. Коли йому кажеться, що у нього, наприклад, болить в пояснице, він випив таблетку, йому стало легче, і все. Но еще одна глобальная проблема заболевания почек заключается в том, что почки не болят на самом деле. Они болят только при условии, если есть там камушки, либо есть гидронефроз, расширение лоханки, что вызывает боль. А так как нет симптомов, человек не обращает на это внимания а и уже поступает в крайней стадии. Що з вами щось не так? Ну, кажуть, от, наприклад, синці під очима, так? Це теж один із таких зовнішніх... Да, но есть генетически обусловлені. Можливо, так, звичайно. Але чи є якісь зовнішні прояви, за якими можна спрогнозувати ймовірність того, що можна спрогнозувати. Наприклад, якщо мірити свій рівень артеріального давлення, побачити, що воно у вас повищено. На почки оказывают это тоже большое влияние. Например, если вы знаете, что у вас диабет, то соблюдать диету и рекомендации врача. Лишний раз не принимать нестероидных противовоспалительных препаратов. Еще очень полезно, на мой взгляд, это профосмотры, когда раз в год даже не нужно для предприятия, для начальника, а для себя лично сдать кровь, пройти обследование УЗИ для того, чтобы убедиться, что вы здоровы. Иногда манифестация заболевания может быть уже в конечной стадии, когда появляются отеки, одышка, слабость. А до этого у почек очень огромный компенсаторный резерв. Можно болеть 2-3 года и не замечать этого, к сожалению. А якщо просто буде звичайне обстеження, то за аналізами так. Можна визначити, що у вас, можливо, є якісь відхилення від норми, і тоді ви вже потрапите до того фахівця, який зможе вам точно дати діагноз. Да, так, поставити. Пані Олю, і з приводу профілактики, от ми почали вже говорити про те, що треба хоча б раз на рік звернутися до лікаря, ну, до усіх лікарів, мабуть. Так? Можна к сімейному доктору обратитися, пожалуйста. На сьогоднішній день це можна. Якою ще є профілактика, аби не захворіти отак серйозно? Лечение основного заболевания. Это одно из главных мер профилактики. К сожалению, менталитет у некоторых людей такой, что вот у меня давление там 160, но я попью там чаюк, что-то сделаю, и пить таблетки от давления, которые расписал мне доктор, я не буду. Либо халатное отношение при сахарном диабете, когда нет четкого уровня регулирования сахара в крови. Все это приводит в дальнейшем к почечной недостаточности. Также это воспалительные заболевания, такие как пиелонефрит, это санация хронических очагов инфекции. Умение вести себя зимой, летом. Отличить, допустим, если вы находитесь на курорте, где есть минеральные воды, нужно очень аккуратно пить эти воды, советоваться со специалистом. А есть так, что люди пьют просто так воду, не ту, яку назначали? В нашей жизни могут назначить 50 мл. Мне встречались такие пациенты. А он подумал, что это мало, и выпил 150. Бывают и такие случаи. Потом, да, отеки возникают. Насправді, з одного боку, нібито людина розуміє, що їй це потрібно і старається, так? Але з іншого боку, тут треба чітко дотримуватись рекомендацій. Якщо ми вже говоримо зараз про профілактику, то от ті засоби, про які ви сказали вже, це, звичайно, що зрозуміло. Потрібно звертатись до лікаря, потрібно слідкувати, якщо у вас є вже якісь хвороби, а якщо немає, якщо ви не знаєте, що, можливо, у вас просто десь болять, от зона нирок, так, спина, от вона у вас болить, і ви не знаєте, що може бути. Чи це нирки, чи це, можливо, щось інше. Чи треба може бути остеохондроз. До якого фахівця потрібно звертатися? Согласно структурі оказання медицинської допомоги, яка є на сьогоднішній день в Україні, першим, кому має звернутися пацієнт, це сімейний доктор, який його осмотрить і определить, що іменно по його жалобам, зроблять йому аналізи, можливо, потрібно
требуется проведение рентгенологического исследования для исключения определенной патологии. И если уже выявят патологию почек, то направят на консультацию к нефрологу. Очень еще важную роль играет то, чем человек питается. Знаете, так, есть выражение, мы есть то, что мы едим. Хотіла би дізнатись більше, тому що є ж дієти, так? Розписані дієти, особливо для тих пацієнтів, які вже страждають. Есть диеты, но за последнее время отношение, например, к белковой пище и безбелковой диете очень изменилось. Почему? Потому что полный отказ от белка приводит к более тяжелому течению заболевания самой почечной недостаточности, к более глубокой анемии при почечной недостаточности. Поэтому есть препараты, которые замещают белок, либо же есть схема, при которой такому пациенту назначается 0,5 грамм белка на килограмм массы тела, для того, чтобы его организм не испытывал очень жестких ограничений, потому что многие субстанции в организме, это те же антитела, иммуноглобулины, все это продукты белковые, и белок нужен. Желательно, чтобы человек питался рационально. Рациональное питание, оно включает в себя в равной мере и белки, и углеводы, и жиры. К сожалению, очень часто бывают перекосы, когда, например, бывают и спортсмены, которые увлекаются спортивным питанием и белковой пищей. Но почка может в сутки вывести определенное количество белка. И если перегружать почку белком, тогда начинаются проблемы. Появляется белок в моче и определенные расстройства. Тобто треба про це теж обов'язково. Якщо це спортсмен, а до речі, багато дуже спортсменів до нашого ефіру теж приходили і розповідали про ось такі дієти, от про які ви згадали сьогодні. Насправді ніхто з них не ходив до лікаря. Тобто вони знають, що потрібно розписати, десь вони там вичитали, чи їм рекомендував їхній тренер, наприклад. Але до нефролога ніхто не ходив. Вы понимаете, даже дело не в том, чтобы он пришел к нефрологу. Дело в том, что каждый специалист, на мой взгляд, должен заниматься своим делом. Есть диетологи, которые могут прекрасно подобрать диету, даже с учетом спортивного питания. Но при этом не будет перегружаться, например, организм белком максимально, а жиры, их нет в рационе у человека. Из-за этого происходят определенные проблемы. Наш организм устроен органично. И для того, чтобы он органично работал, он должен получать разные элементы. И жиры, и углеводы. Он должен получать витамины, микроэлементы. Тогда будет нормальное функционирование всех органов и систем. Ну, бачите, якщо вже так ми пригадуємо про спортсменів сьогодні, то справді є ось та категорія людей, які насправді роблять такі дуже серйозні перекоси в один бік, вони вживають більше білкової їжі, бо їм потрібно нарощувати масу, їм треба готуватись до змагань, так, і на якийсь час вони свій організм дуже псують. Можливо, потім доведеться відновлюватись, а відновлення, ось наскільки це серйозно, і чи зможе організм відновитися швидко? Быстро вряд ли. Вы знаете, проводилось очень интересное исследование. Те, кто побеждал в Олимпиадах, спортсмены серьезные, которые занимаются серьезными видами спорта, проводилось им исследование. И многие спортсменам после проведения игр и выигрывания призов можно было давать инвалидность третьей группы. То есть насколько, насколько это серьезно. Но человек должен делать свой выбор. И если спорт – это выбор человека, он делает свой выбор и следует ему. Но, конечно же, лучше бы он работал с собой не один на один, а с тренером, а с диетологом. Тогда будет меньше вреда для здоровья. Ведь вы, наверное, согласитесь, что все серьезные клубы спортивные имеют в своем штате и врача ЛФК, и диетолога. Это сделано именно с этой целью, для того, чтобы спортсмену получить хороший результат, но и сохранить ему здоровье, чтобы он не инвалидизировался в результате своей победы. Дуже добре, що сьогодні ми і про це теж поговорили. І якщо люди хочуть бути здоровими і дбають про себе, про свій організм, то потрібно, мабуть, почути рекомендації. Наостанок ось такий підсумок сьогодні, мабуть, зробимо. Так, пані Олю, що треба? Я хочу сказати, прежде всего, я би хотіла пожелати нашим телезрителям, щоб вони любили себе. Чтобы они относились бережно к себе и к своему здоровью, а также любили окружающих их людей и близких. Потому что здоровье – это бесценный дар.
И в комплексе всех мероприятий, когда вы внимательно относитесь к питанию, к приему лекарственных препаратов, когда вы органично живете в мире с собой, с окружающим вас миром и с людьми, я думаю, вашему здоровью ничего не будет угрожать. Вы всегда будете здоровы. Так, пані Олю, дуже дякуємо вам. Спасибо. Такі чудові слова для усіх нас Спасибо. Прозвучали сьогодні. Хочеться дотримуватись. І зараз сонечко, вже весна. Нарешті дочекалися. Хочеться, щоб ми всі розуміли, здоров'я – це найважливіше, що є той дар, який треба зберігати і надовго зберігати. І якщо ми так будемо дбати один про одного і про своє здоров'я також, то, звичайно, наше життя ми буде ще краще. Ми будемо щасливими людьми. Звичайно, так. Дякуємо. Приходьте до нас іще. Ну і, звичайно, висловлюємо вдячність обласному центрові громадського здоров'я за співпрацю. Дуже добре, що ми сьогодні висвітлюємо саме цю тему. Ну, а ми зустрінемось з вами за декілька хвилин.